Всем привет, ребят, с вами Фэнер, и сегодня мы будем играть в Майнкрафт на сервере Frozencraft. Давно я не играл в Майнкрафт, но, в принципе, ладно. Не обращайте внимания, что у меня только 9900, потому что я за кадром еще поиграл. Так, сейчас мне нужно еду купить, потому что, ну, залагало. Все же голод не бесконечный. Так, давайте еда. Давайте вот два бургера. О, нужно было один купить. Ну ладно, ничего страшного. Так. Давайте сейчас бутылки, наверное, поищем. И нужно на образование как-то копить. Потому что, ну, серьезно. У меня даже образования нормального нету. Так что нужно копить либо 20, либо 30 тысяч на образование. Давайте, наверное, тридцатку. Нет, давайте двадцатку. Двадцатку. Потому что тридцатка пока что для меня многовато. Ну, вот с помощью бутылок там накопить. Потому что в прошлый раз я залажал на каком-то ответе. И почему-то в тот раз у меня было на аккаунте 50 с чем-то тысяч. Не знаю, кто зашел. Ну, в принципе, ладно. Так. Либо это баг был. Ладно, давайте продолжим собирать бутылку. Кстати, у нас еще пол инвентаря есть. Так. Давайте дальше пойдем, потому что здесь по деревам уже нету. А вот здесь вот есть. Так, собираем все. И вот здесь вот я помню, да? Здесь кока-кола есть. Вот так вот. И вот еще одна бутылка. Все. Наверное, можно идти сдавать. Потому что, ну, и так, наверное, рублей 100. Может, до 200 дойдем. Так, идем вот сюда, продать все бутылки, ну, как я и говорил, 200 рублей. Так, сейчас давайте пойдем на почту, потому что я знаю, что там еще тоже нормально так можно подзаработать. По пути будем собирать бутылочки, на всякий случай вот это вот уберу. По пути надо забрать бутылочки. Без бутылок никак. Ну, давайте все-таки еще чуть-чуть бутылки пособираем. Вот в местах, где я точно знаю, есть бутылки. И пойдем сдавайте, а потом уже пойдем. Нет, мои бутылки. Там мои бутылки. Мои бутылки, мои бутылки. Моя бутылка. Иди. Все. Так, давайте забирай себе. У меня вон тут вот есть хороший такой склад бутылок. Так, надеюсь, мне инвентаря хотя бы хватит. Так, здесь вот очень много бутылок. Так что это очень-очень-преочень хорошо. Нет, там мои бутылки, мои бутылки. Я тебе их не отдам. У меня конкурент появился. А я... Блин, один балл закона по непослушанию, типа того. Так, давайте пробежимся. Блин, ну ладно. Так, где еще могут быть бутылки? Может, возле мусора? О, вот здесь вот нормально так. Так, вот здесь вот соберем. И все, наверное. Так, мне лень до спавна идти, так что я просто спавн пропишу. Так, ну что ж, идем продавать бутылки. И я уже скоро сильно проголодаюсь. В смысле, 1,1 миллион. Подождите.
Я вот сейчас буквально с паузы, то есть я нажимаю паузу, мне нужно было отходить, и вот сейчас я заметил 1,1 миллион. Подождите. Должна убедиться. Не, я не верю. Я не верю. Кто мне такой подарок, или это пак? И правда не снимается. Нифига себе, мне повезло. Спасибо тому, кто это сделал. Ну, или же это опять же баг. Фракция, такси. Здравствуйте. Да, точно. Совсем свое образование, такси. Учитель. Высшее образование. Так, подожди. Учите предыдущее образование, да, блин. Так, начальное образование. Пишите пример. 2 плюс 2 умножить на 2. Так, умножение идет первым, так что получается 6. Сколько месяцев в году? 12. В каком слове допущена ошибка? Молоко, экзамен, экзамен. Как звали Пушкина? Так, Александр Сергеевич. Какой экзамен сдают в 11 классе? ОГЭ. Какое животное самое быстрое? Гепард. Правильных ответов 4, правильных ответов 5. Чтобы получить, нужно правильно на 6 вопросов. А какой еще? Какой еще? Ладно, начальное образование. Еще раз. 6. 6 же. Да, 6. 12. Корова. Молоко. А, морковка, господи. Подождите. Подождите, я загуглю. Так. Мен. Экзамен. Все правильно было. Так, нет, готов. Александр Сергеевич. ЭГЭ. Гепард. Все, я понял свою ошибку. Честное слово, у меня один лям осталось. 6, 12. Экзамен. Александр Сергеевич. ЭГЭ. Гепард. Да. Ура, начальное образование. Так. Столица Испании. Мадрид. Что такое БХ? Белый хлеб. Так. Что такое БХ? Это режим бега с прыжками. А есть такой? Кража оружия, угон транспорта, бег с прыжками. Во. УКУ. УК. Надеюсь, это законно. Что значит УК? Управляющая компания. Украинский кодекс. Фальшивые купюры. Уголовный кодекс. Украинский кодекс. Кража оружия. Не, ну давайте уголовный кодекс. Что такое ЗЗ? Не знаю. Зеленый знак. H2O. Вода. Что из этого является металлом? Золото. Как звали Раскольникова? Родион. Как звали друга Лунтика? Кузя. Чтобы... Есть на 7! Привет. Dark Play. Ой, или как тебя?
Короче, переходите на его канал, ссылка будет в описании. Так. Если честно, так неудобно писать. На спавн. Так. О. Спавн. Так, вот он. Супер консоль. Прекрасно. Понимаешь, что ты на уме. Да. ТП ко мне. Так. ТПА. О. Все, отправлен запрос. Теперь ждем. Блин, я как-то в шоке даже. Так. Я, пожалуй, чат очищу. Я все еще не понимаю, откуда у меня лям друзей. Ой, друзей, говорю, рублей. Уё. Стой. Стою. Что он хочет сделать? Так, принять. Я мэр. Так, спасибо большое. Блин, правда, спасибо большое. Не. Что? Подожди. 3 ляма. Блин, ребят, серьезно, парень очень хороший. Еще раз спасибо. Так, подождите. Я в креативе, ура. Так, у меня есть доступ к креативу. О, тут у тебя ГМ есть. Да. Господи, подождите, мне просто башка разрывается, что сейчас происходит? Так, он что-то, скорее всего, пишет. Развивайся. Спасибо. Господи Иисусе. Пожалуйста. А почему здесь написано вот это? Ну, ладно. А ты про что ролик снимаешь? Про выживание. Выживание на этом сервере. Это писать запрещено. Ладно, как выживаю здесь. Ой, не так написал. Здесь. Понятно. Так. Ну что ж. Я очень рад. Надеюсь. Кстати, у меня в воскресенье будет стрим. Приходите обязательно. Так что всем удачи. Всем пока. Переходите вот на этого чувака. Я ссылку оставлю в комментариях. Всем пока-пока. Пока.